Средняя школа номер 37 распахнула свои двери для юных ангарчан 1 сентября 1968 года. Уже тогда учреждение считалось одним из лучших в городе. Спустя почти полвека оно не только сохранило, но и укрепило свою репутацию. В этом году наша школа отмечает свой 45-летний юбилей. На сегодняшний день в школе обучается 800 детей. Учебно-воспитательный процесс обеспечивает 76 работников, из которых 48 – это педагоги. Есть в нашей школе такие учителя, которые проработали более 20 лет. И одна из них – Красильникова Любовь Клементьевна, наш профсоюзный лидер, учитель технологии. Любовь Красильникова работает в школе уже 24 года. И такую преданность легко понять. Атмосфера в коллективе сложилась дружелюбная и почти семейная. Ведь многие педагоги сами учились здесь и после окончания вуза вернулись в родную школу работать. Пример тому Елена Терлецкая, преподаватель музыки. Воспитанники эстетического отделения не раз становились лауреатами конкурсов различных уровней. Один из старейших и уважаемых работников – Зоя Лобанова. На протяжении 36 лет она преподает русский язык и литературу. На замечательно добрые традиции. Мы всегда не проходим мимо каких-то памятных дат у наших коллег. Например, день рождения, например, юбилейная дата рождения ребенка, создание новой семьи. Вот недавно мы поздравили нашего коллегу с законным браком. Тему записали, дальше. С 2010 года в школе действует программа патриотического воспитания. Поступить в профильные МВД-классы приезжают даже старшеклассники из других городов области. А выпускники без проблем становятся курсантами высших школ полиции. В средних классах идет предпрофильная подготовка. Мы видим, как расцветает наша школа. Какая работа огромная здесь ведется. Но прежде всего меня всегда удивляют сами люди. Вот наполненность этой школы, какой здесь создался коллектив, это очень активные, инициативные, творческие люди. Выпускники непрофильных классов 37-й школы также без труда поступают в самые престижные вузы страны. За почти полвека из стен учреждения вышли 15 золотых и 29 серебряных медалистов. Однако и это не главное. Атмосфера здесь почти семейная. Вот почему родители целенаправленно ведут своих детей именно в эту школу. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов, Михаил Тырышкин. Местное время.